представляем вашему вниманию мультимедийную клавиатуру фирмы Afotech модели KL7MU. Интерфейс подключения клавиатуры PS2. Клавиатура ультратонкая и компактная. Имеет пирамидальную раскладку клавиш. В клавиатуре имеются разъемы для подключения микрофона и наушников, которые находятся в левой части клавиатуры. А также имеется USB-хаб, который находится в правой части клавиатуры. Ход клавиш очень тихий, можно сказать, ноутбучный. На клавиатуре расположены 17 клавиш быстрого доступа к мультимедийным и другим функциям. Также порадовала большая клавиша Enter, а кнопка Windows не нажмется случайно пользователем во время игры, поскольку конструкция ее отличается от других клавиш. Клавиатура подходит для всех операционных систем. На этом видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.